Я Михеева Ольга. Я пришла к вам на проект с весом 114 килограмм. Я надеюсь, что у меня все получится, тем более, что у меня есть такие хорошие тренера, такая база. Мне иногда не было кого услышать в свое время. Я не хочу подводить людей, которые за меня держат кулаки. Меня начали называть бабушкой. Меня последний раз для моих детей, которым 3 и 5 лет, двое деток, сказали, а бабушка что-то купит своим внучкам, внукам. И глазки опустила, подняла. Ну все, женщина я уже была, бабушка я еще не была. Это все. Поэтому, конечно, это было последнее, это было буквально, наверное, месяц назад. Я хочу, чтобы мои дети, видя меня, не говорили, мам, ты не умеешь же бегать, мы сами побегаем, ты посиди. Я хочу играть вместе с ними.